till the end. Follow me if you can. Все хорошо, блин, это я. Все. А, я тоже впервые пошел. Ну, тоже. Но все равно я не сказал, поброс, я думаю, надо пропускать. Может, все станет на этой плече дальше вроде. Да, сегодня будет полонить. Но. Не, я вот писает, посылает. На канал вы? Не знаю, да. Ты боролся уже? Нет, я уже, наверное, полгода. Не, а тут не тоже? А? Тут не боролся? Тебе не надо? Нет, я сразу отдаю. Пауза, ну да, 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 да. Сейчас. Ну я в тот раз тоже пришел, понял. Я свежий просто. Говорит, свежий, а я типа час занимался, руки подкачал. Они там типа меня рвут на бесу. Потом прошел где-то 30 минут, они уже все, никакого крика ни у кого не было. Ну крик, что он такой, поборолся раз, и уже рука забивает. У нас знакомый, да, Владислав Смиринский? Да. Я, короче, вот это увидел, мы с ним когда-то, я вспомнил, мы с ним в Пумбе работали вместе в одном из них. Да. Я, короче, убирал с этого типа, он такой сидит, крышит, на телефоне смотрит, ты ржешь. Я подхожу, там написано, нарисовал Джен, чтобы кусить волосы, написал Джен, он ржет, короче. Я говорю, что ты ржешь? Я, ну, типа, я думал, что это типа, так, хорошо есть, короче. В общем, ничего не поменялось, да? Крутой, ну, он крутой такой, да, типа, в своем роде. Очень смешной такой, веселый. Позитивный такой. Ты если бы снежники попросил, что тогда, так много глубоко. Я даже видел его человека, что на него побороться, да, но он не знал, да. Не пробуй, да. Потому что я в телефоне говорю. Да, да.
Я смотрю лицо за там. Ну где его? Прикольно, вот 95-7 мир вообще. Белый берег особо. Все знакомые, знакомые. Уже не катаюсь, типа, хочешь, забирай. Короче, мы там собираемся. Я купил у него. Если за такой вот сам пишешь, я типа худо, да-да-да-да, так что-то будет, наверное. Собачка Arm Hydro. Собачка Arm Hydro. Так как ты слышишь, так и пиши. Латинскими буквами. Arm Hydro. Точка. Нет, точка. Ну да, один человек всегда есть. Ай, держи. Держи, держи. Я вот не надо смотрю. А может я пенис? Я, блин, не буду пенис. Ты шо? Мало того. Ну вот буквально. Ты просто говоришь, что у тебя права не такая. Он свеженький, он еще тем более по допингам. Сюда принял для всего. Он просто уже вот так вот стоит, понял, оставляет вот так. Ну, все, все. Ну да, да. Фаланги нет, фаланги нету, понял, что, что там у тебя? Отработанное движение очень сильно. Что? Очень сильно. Вот он молотопорки так не дает. Просто, ну, типа, вот если сравнить руку, да, то вот это вот, типа, ствол дерева, да, а это ветка. И она должна быть тоже стволом, кстати. Если у тебя, типа, рука вверх, вот здесь ветка, то она сломается. Ну, да як брезу не гнаешь, гинку згинаешь, вона вже тянем до столу. Да, да, чтобы полностью была цельная. Допустим, если у тебя на 10-50 кг, а если запросили 40, там... Ну, розгинаешь при цей. ...потом ты 40, метр играешь. Момент сили ты называешь, ньютонометр. О, рука. Не сбить. А то уже даже не помогло. Есть друзья, ну, тебе стало дольше. О, тебя сейчас отбить. А если бы так дернул цей, ну, короче, сила то сама, допустим, 50 кг. А должина прикосновать. Тут раз тоже так было. Ты же, блин, сила тебя не тянешь. 50 же множество на 50. А мне сколько не надо делать. Это 250, а 50 на 40 это 200. Ну, то це рахуй на 25% одразу більше. 25, так? Так, якщо розкрутив пальці. Ну, я образно кажу. Ну, примерно, так. Да, якщо рахувати, це 40, а це плюс 10 додає сантиметр. Пальці розкрутив кість, довго кість і довгий пальці, то 10 сантиметрів додає. Ну, ми приблизно рівні, додай мені 3% 5, я вже тебе буду боротися. А тобі буде давати, що я вбираю. Тренувався, стола, що можеш робити? Достается с нарванной рукой. Тиснешь на повестану. Тиснешь 120. Во, блин, нормально идешь. 120. А ну, 20-25. Або 130. Ничего не можешь сделать. А тут тебе 10 кг против. Ну, так 5%. Ты ничего не можешь сделать. И тебе кажется, что там, блядь, просто неподъемно. Я на другую неделю приезжаю на третью. Я уже понял, что это прикол. Да, они три недели отдыхали. Да. Пришли. А если через неделю прихожу, то нет. А вот через неделю приходил. Ты мне там хорошо где-то задел, я не понял, что произошло, так как рука такая. Такая добрый вечер, да. Два тижні, наприклад. Два тижні. А три тижні тому? А, то не в руки, так? Здорово, а? Чого? Може, вона є. Давай, може, вона забита. Тут на армрестлер. Ти думаєш, що це за армрестлер? Ну все так, добрый вечер, побороться. Первое правило армрестлера, не говори, что ты МС. Все такие, там и так после тренировки, я думаю, подожди, что тут у вас. Ты уже как-то стал уже так вот. Да, я не армрестлер, да. Я как не так забитый. Под пронатор с подведением стал, да. Да, уже на тренировке.
Ну, блин, да. Я понимаю, давай. Ты еще закрутился. Хорошо, посмотри, отдохни, лежи. Правая мне слава. Давай. Ладно, правая. Не, когда забитый, по нему, конечно. А вот, кстати, когда забитый, тоже нужно иногда бороться, выносливость. Не, ну тогда я скажу это. Потом за столом становишься, ты такой дольше можешь бороться уже. О, кондит... Микрохондрии там все дела. Ого, сейчас отдохнуть, постоять пару минут. Обычно это все, там такая берется, там короче, например. Размер ладони. Так они? Верхом пробить легко. Да, и как бы крюк, как бы да, хорошо уйдет. Связка быстрее. Так вот за Набзенга показывали, у него здесь палец, это как птица. А он еще где-то, он где-то третий коп, вот так снимает и вот так вот. Давай, право. Это, конечно, да, это сверху. Своего фигуры. Самый интересный спорт. Ну, потом на раз. Походу, мои два любимых там интересно. Да. Ну, сейчас я как раз это. Я подойду, когда они забиты. Там другая рука забита. Да, лежал, лежал. Есть раннинг фол. Типа он тебе говорит, ты обратно, если поднимешься, это уже не будет. Обратно поднялся на ранее, ушла. Ну, с другой стороны, нет, там даже если есть пол, тебе не дадут, потому что это я смотрел, как этот Барбос рассказывал. Тебе не дадут, потому что это типа для телевидения показывают, чтобы типа было интереснее смотреть. А так типа что, а что случилось, почему? Ну, в этом есть какой-то смысл. Хотя там можно, допустим, один. Так а смысл, ты типа вытянул, говорит, ну как бы там, ты уже забил руку, и типа тебе в конце говорят, ну там пол будет. Ну, я с той стороны, что знаешь, бывает. Так я же выговорил, затянулось, ну там вот, нет. Вот на пятой минуте, ты когда вот уже на, ты оторвал, а потом шестую ты доложил, и ты там взял вот там пустом. Так ты уже руку забил, ты уже на там, может быть, уже в третий раз там уже поборолся, уже покажешь уже. Ну, как у нас было вот этот Бабаев и старичок, как американский Бабаев. Да, мне не нравилось, что-то не дали побороться. Это первое, а потом он уже типа стал, типа он его держал, типа он уже просто понял, что типа лучше не делать просто, если начнут давать пол. Тут такое должно быть среднее, и полы должны давать, но при этом не должны жестко подниматься, закрывать их по полу. Тоже должно быть среднее. Да, золотая. Золотая часть. Золотая часть. Ну, товарищ, я, короче, боксирую, вот так вот, как надо. А я как-то боксирую, я если не могу уплыть, то подставляю его. Ну, кстати, вот и палец. Так, встал уже. Вот мне нравился, короче, верх крюк и ватин. Ну, плюс-минус как ты. Он типа закрутил крюк и потом через эту заслонку себе забирал. Тоже такой нормальный пункт. Все похоже. Два часа. Из-за перегара. Ну, что? Ты уже добил свою? Это типа сейчас. Ну, да. Сам уже зашел. Ну, вечно зашел. Да, вечно зашел. Есть такое, да. Да-да-да. Да-да-да. Заходят такие боры, сяги следовочные. Еще когда черные футболки, оно типа кажется, что понял? И ну, да. Оно передает типа объема. Черный или белый? Черный, черный. Белый наоборот. Помни, помни. Помни, да? Да-да-да. Ну все.
посмотреть, сколько на армах платит было, обращал внимание. Вот эти вот люди смотрите, на эти железки поднимают. Вот армрестлинг. Вот такие дрыщи выходили, становые делали, там какие-то там 200 там, 20 килограмм. Ну это ни о чем. Ну бачкам ломаю, хочешь? Блядь, на руках уходит. Смотри, а он тебя все довольны. 2-3 человека пройдут там, посмотрят. Все, нужно самому понимать. Это реально для ценителей, кто не понимают люди, что это... Да? Вот. Ну, много там оскорбительного было от лифтеров, как-то слышал. Это вот, типа, что это за анонимы, вот настоящая сила. А ты какими судьбами что-то? Сейчас стал ты в полан, уже закрутился стал. Ну ты же уже закрутил. Давай стартанем тебе. О, держи так. Ты уже стоишь, баланга закрыл вот так вот, что, типа, боремся. Ну что же тут? Давай. Что ж тебя так делать? Ты же не один сидел. Фаланга. У меня одного фланга не было. Просто разверни и опусти. Развернитесь и опуститесь, и все, и старт давай. Все, не перехватывайся, развернись и... Сильный захват стягиваешь. Да, смотри, я просто не вижу. Развернись. Ready, go. Я там уже где-то вот это движение. Давай, вот о, красавчик. Дай ему крюк. Я сейчас его забыл. Попробуй мне не хотел. Вот видишь, она не так. Валить тебя направо? Не представляю, какой три. Да, 8 неудобно верхний, но почему? Да, вошел. Это его забил или что? Вот забил. Я в субботу приехал. Первый раз приехал. Да, левая у меня вообще забила. И все это. Кистевиты, да? Кисти нету на левой у меня, да. Это грязный трюк! Кинзву! Я утопнул. Мы будем как Лара, на все сто. На весь сто. Антоха, ты на себя локоть перетягивай. Ну понятно. Забьем в планы. Скинешь, да, видос? Или на канал где-то скинешь? Я ему тебе скину.
ну, там и не так. Да, да, это все решало. Чтоб разрешали на соревнования в кепке выступать, я бы чемпионом бы был, да? Но все равно вроде же, ну... Ну, типа, нельзя было из-за козырька, что, типа, тут раз. Пола вверх. Забьется. Ну, блин. Что-то шло оружие. На 30, да. Да, я уже... Он кисит, это такой неудобный казан. Это вот видишь после меня, а, вот видишь? А кисть-то есть, нет, я сказал, кисть есть, а бока нет. А бока нет абсолютно. Ну сейчас, ты позови, я направо. Да подожди, я вообще. Ну понятно. Сразу сходу. Что уже? Да. Тебе надо было 300 с покров. Это все, это не дело где-то добрые вещи. Ну да. Ну, ремень, давай ремень. Да. Ну, в следующий раз у тебя ремень, ну, у меня есть в машине. Потому что надо договориться, если чисто борьба, то борьба на 12. 12 раундов? Нет, 12 часов. Группы, типа, есть группа? Ну да, в Телеграме тебя нету там? Нет. Ты в Телеграме есть? Я пришел позаниматься, а? Ты в Телеграме есть? Когда в контакте... А у тебя есть мой номер или нет? Нет, нет. Давай, если что, тебя подтяну, и это, ты мне видео скинешь. Да, давай. Там эти бабки. Да. Так ты что ты можешь снимать, создавать контент? Я под хитрому сделал, ну, а под стол залез. Хоть как. Это потому что мы забили тебя. Я не могу, блин. Уже все, рука уже не та, что была 10 лет назад. Мы нарвали ее. Ну это уже да. Подстольный карас. Это было так раз, ой, магнезия нет. Аккуратно, чувствую. У меня плечи так, блин, ну, приступить. Что, а, я крючник затягиваю. Я не знаю, что за хуйня. Не что, у меня бок просто сильный налево, на кисти нема. Поэтому лучше, ну, не надо. Просто, что не надо? Ну, бок лучше, если не уверен, не газуйте. Вечно я вообще. Да ну блин, ой-ой, блин, взломать руки, блин. Ага. Употелось, употелось. Хотел выиграть эту игру. Take a deep breath. Take a deep breath.